Здесь знают, как вернуть остроту и точность зрения. Катаракта, глаукома, астигматизм, миопия – заболевания, с которыми ведут бой брестские хирурги. И, надо сказать, достаточно успешно. А отныне в брестском филиале клиники «Новое зрение» открывается новая страница. Теперь у пациентов даже с самыми тяжелыми случаями болезни сетчатки есть шанс на выздоровление. Патологии на самом сокровенном заднем отрезке глаза и сетчатки ранее считали неоперабельными. Главное сегодня обратиться за помощью вовремя. Не нужно тянуть, не нужно надеяться и уповать, что слепота на всю жизнь. Нужно прийти, и, возможно, мы вам сможем как раз помочь. Это очень интересный раздел, касается и диабетиков, и гипертоников, и пациентов, которые страдают заболеванием центральной зоны сетчатки. Как правило, находится патология очень резко. И также резко нужно начинать ее лечить. А для того, чтобы выполнять такие операции, на днях в город над Бугом привезли опыт из нескольких стран. Порядка 80 специалистов из России, Украины, столицы Беларуси и Брестской области обсудили новейшие технологии в области хирургии глаза на научно-практической конференции «Актуальные вопросы витриоретинальной хирургии». Говорили о современных технологиях, практическом опыте применения новейших инструментов и эволюции витриоретинальной хирургии. Такого объема и плана конференция проводится в Беларуси в первый раз. Цели и задачи конкретно этой конференции, конечно же, обменяться опытом, передать какой-то опыт и разобрать сложные клинические случаи. Витриоретинальная хирургия – это, в общем-то, одна из самых сложных отраслей во всей офтальмологической хирургии. Требуется достаточно серьезное материально-техническое оснащение и подготовленный и обученный персонал. За 15 лет мы сделали более 13 тысяч операций, поэтому у нас очень приличный опыт. Мы можем очень эффективно и быстро оперировать на мембранах в витриомакулярном интерфейсе, закрывать макулярные разрывы, оперировать отслойки нейроэпителия и, в принципе, получать очень высокие функциональные результаты, вплоть до 100%. За очень быстрый период. Уникальные операции вскоре станут доступны и брещанам. Для этого в клинике «Новое зрение» есть все необходимое. Оборудование последнего поколения ведущих фирм-производителей, опытные подготовленные кадры и, самое главное, доверие пациентов. Очень широкая география. Пациенты со всего мира фактически присутствуют. Очень много представителей Германии. Есть представители прибалтийских стран, достаточно активно приезжают, ну и ближнее зарубежье, безусловно, тоже. Актуальных проблем масса. На сегодняшний день проблема проявлений сахарного диабета, глазные проявления сахарного диабета являются проблемой, отслойка сетчатки является проблемой, последствия тяжелых травм глаза. Вот конференция именно посвящена вот этой части офтальмологии. И, по сути, я уже это отметил, это один из самых сложных и самых интересных разделов науки о глазах. В дальнейшем такого рода конференции специалисты нового зрения планируют проводить раз в год, чтобы делиться наработками и заимствовать нововведения у зарубежных коллег. Это еще раз подтверждает, сегодня зрение лучше лечить в нашей стране, в своем родном городе. Ехать за границу совсем не обязательно, ведь даже самые сложные операции будут выполнять в новом зрении. Сегодня это действительно центр передовых технологий и мирового опыта.